Время новостей. На телеканале «Губерния 33» для вас работает информационная служба. В студии Борис Пучков. Здравствуйте. О главных событиях среды 15 июля расскажут мои коллеги. Подробности далее в программе. Во Владимирской области оценивают последствия минувшей грозы и шквалистого ветра, который достигал 20 метров в секунду. В результате повалено больше 100 деревьев, повреждены 19 автомобилей и почти полсотни линий электропередач. Сильнее других территорий региона пострадал город Владимир, а также Муромский, Меленковский и Гусь-Хрустальный районы. Экстренные службы сегодня продолжают работать в особом режиме. Подробнее расскажет Валерия Пронина. Еще одно. Пока жители региона выкладывали в соцсетях видео бушующего урагана, спасатели, энергетики и коммунальные службы приступили к устранению последствий стихии. До сих пор идет ликвидация. На местах работают 265 сотрудников МЧС и единой системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. В Главном управлении МЧС России по Владимирской области развернут оперативный штаб, который координирует и контролирует аварийно-восстановительные работы на территории Владимирской области. Также была собрана аэромобильная группировка Главного управления МЧС, которая находится в готовности при необходимости реагировать, ликвидировать последствия грозового фронта. Всего в регионе ветер повалил 106 деревьев. Два упали на территорию школы и детского сада в Муромском районе. Кроме того, пострадали Селивановский район и областной центр. Житель Владимира сегодня утром увидел, что его машина полностью завалена ветками. Автовладелец сразу вызвал участкового, который составил протокол и акт осмотра. Дерево с крыши автомобиля убирали уже спасатели. Мужчина на своей машине перевозил стройматериалы и инструменты. Он рассчитывает на возмещение ущерба. Рассчитываю, но вряд ли. Не думаю, что они заплатят мне, понимаете? Я в ней работаю, езжу по работе, без машины, сам понимаете, как. В мэрии Владимира отмечают, что за деревья, которые повредили транспорт на придомовой территории, отвечают управляющие компании и ТСЖ. Они же и возмещают ущерб. Пострадала в областном центре не только частная, но и муниципальная собственность. Все службы, все силы и средства были готовы. У нас несколько... Было случаев падения деревьев и обрыва контактной сети троллейбусных. Это вот на Луначарского, на Устье-на-Лабе. Но сотрудники, значит, управления гражданской защиты, сотрудники Владимира пассажиртранса оперативно устранили эти повреждения. И сегодня утром транспорт пошел штатно, по расписанию, как положено ему. Из-за непогоды центральная юго-восточная часть Владимирской области осталась без света. Энергетиков перевели на режим повышенной готовности. Электроснабжение в населенных пунктах восстанавливает 71 аварийная бригада. Сообщить о повреждениях жители региона могут круглосуточно по бесплатному телефону. Валерия Пронина и Андрей Беляков. Губерния 33. Во Владимирской области официально подтверждено 42 новых случая выявления коронавируса. Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 5048 пациентов с COVID-19. 7 новых заболевших коронавирусом в Петушинском районе, по 6 во Владимире и Ковровском районе, по 5 в Юрьев-Польском и Судогорском районах, по 4 новых случая в Меленковском и Александровском, 3 новых пациента в Собинском и 2 в Кольчугинском районе. За минувшие сутки выздоровели 148 жителей региона, 2 человека умерли. Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 96 летальных случаев от COVID-19. К другим темам. Владимирская область в числе регионов, которые должны полностью газифицировать к 2025 году. Соответствующую стратегическую программу в режиме видеоконференц-связи губернатор Владимир Сипягин обсудил с заместителем председателя правления «Газпрома» Виталием Маркеловым. Президенту докладывали по регионам, которые будут газифицированы к 2025 году. И Владимирская область в том числе. Это из среди 23 регионов, которые мы предложили. Поэтому я хочу сказать, нам предстоит на самом деле очень много поработать в этом направлении с учетом отставания, которое вы сейчас вот упомянули. Да? Вот. Но уже 2025 год, это для нас, будем говорить, это все. Значит, отступать дальше нельзя, как говорится, так. И мы должны, так сказать, уложиться в этот срок по газификации региона. И все для этого, конечно, так сказать, необходимо сделать.
Особое внимание участники совещания уделили теме погашения задолженности региона за потребленный газ. Самый сложный вопрос – платежная дисциплина теплоснабжающих организаций Владимирской области. В прошлом году из регионального бюджета 5 муниципальным предприятиям была предоставлена субсидия в размере 93 миллионов рублей. Системная работа администрации области по сокращению задолженности за потребленный газ продолжается. За последние годы «Газпромом» в сотрудничестве с регионом был создан ряд важных социально-экономических проектов. По их результатам на сегодняшний день в 5 районах области строительство газопроводов находится в стадии завершения. В следующем году начнется возведение еще 2 в Александровском и Селивановском районах. У нас газифицировано сетевым газом 608 тысяч домовладений и квартир 725 населенных пунктов. Нам удалось обеспечить бытовой комфорт для большинства, таким образом, наших земляков. Это, конечно, особенно важно в свете майского указа и послания президента России Владимира Путина. 1 миллиард 200 миллионов рублей инвестиций и более 150 новых рабочих мест. Сегодня администрация Владимирской области заключила соглашение о сотрудничестве с 2 крупнейшими предприятиями России. В течение ближайших лет новое производство построят на территории Камешковского индустриального парка. Инвесторам губернатор Владимир Сипягин со стороны администрации региона пообещал помочь наладить инфраструктуру. Для нас это крайне важно, поскольку это новое поступление в бюджет. А если это новое поступление в бюджет, значит, это очередные финансовые возможности для развития социального блока здравоохранения, образования, культуры и так далее. Поэтому я желаю этим компаниям процветания. Со своей стороны мы сделаем все возможное для того, чтобы они чувствовали здесь себя максимально комфортно и развивали свои производства. В Камешково построят предприятие, которое специализируется на нанесении специального покрытия от коррозии на изделия из металла, а также завод по изготовлению мелющих шаров. Если идет увеличение стройки, это идет цементный завод. Цементный завод производит свою продукцию благодаря мелющим стальным шарам. То же самое с золотодобычей. Все растет у нас в этом плане. И, соответственно, потребность растет. И, соответственно, я хочу знать, будет у нас еще будет импортозамещение. Есть, ну, там это не буду вдаваться в подробности. Хромистые шары, которые купаются в Европе и в Индии. Это все мы тоже планируем на этом же заводе сделать расширение. Продолжаем выпуск. Российские актеры устроили в соцсетях массовую акцию в поддержку Владимирского областного театра драмы. В своих коротких видео они призывают коллег не унывать. Среди тех, кто не остался в стране, и почетный президент Владимира Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова. Кто еще готов протянуть руку помощи, расскажем далее. Вся ее жизнь – музей, а вдохновение – театр. Когда Алиса Аксенова узнала о пожаре, долго не могла поверить в случившееся. Один из самых любимых спектаклей в исполнении владимирской труппы – «Гордость и предубеждение» по роману Джейн Остин. Я помню, как там вручали государственную премию СССР строителям. Сколько было замечательных событий там, гастролей, замечательных людей. Сколько событий. Вы знаете, это просто кусок вот жизни владимирской. Для меня эта боль была просто жуткая. Эмоции с трудом сдерживают и простые горожане, актеры и руководители ведущих театров страны. В соцсетях они запустили массовую акцию в поддержку труппы. Масштабы этой трагедии еще предстоит оценить, подчеркивают они. Сгорела внешняя оболочка, но душа театра переселилась в каждого из вас. Берегите душу и верьте в то, что придет время, и зритель наполнит зал. Республика Молдова, Санкт-Петербург, Москва – участники областных фестивалей. А еще режиссеры, работавшие в стенах театра драмы. Литовец Линас Зайкаускас поставил 4 спектакля на владимирской сцене. И все прошли с оглушительным успехом. Режиссер готов протянуть руку помощи коллегам. И сейчас вот уже прошло какое-то время, я не могу найти слов. Вот этих слов поддержки, утешения. Сочувствие. Все слова мне кажутся такими банальными, такими потрепанными, такими бэушными. Я хочу сказать только одно, что
Я переживаю вместе с вами. Здание драмтеатра сейчас оцеплено сигнальной лентой. Внутри работают только спецслужбы и сотрудники испытательной лаборатории МЧС. До сих пор ведется подсчет убытков в результате пожара. По предварительной версии спасателей, возгорание произошло из-за того, что рабочие не соблюдали технику безопасности. Когда будет экспертиза пожаров и уже принимается процессуальное решение, либо возбуждать уголовное дело, либо предавать по последствиям, либо отказывать в возбуждении уголовного дела. Но учитывая то, что здесь является крупный материальный ущерб, здесь однозначно отказа в возбуждении уголовного дела по данным пожарам не будет. Чтобы получить федеральные средства на восстановление театра, в администрации области готовят документы в Министерство культуры. Но многие владимирцы перечисляют свои личные деньги на специально созданный благотворительный счет. На него уже поступили более 200 тысяч рублей. Екатерина Старикова, Наталья Забнина и Андрей Беляков, «Губерния 33». Во Владимирской области стартовал первый этап оперативно-профилактической операции «МАК». Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из других подразделений полиции и ведомств начнут поиск лиц, которые незаконно выращивают наркосодержащие растения. Также полицейские будут проводить спецоперации по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Первый этап оперативно-профилактической операции «МАК» продлится на территории региона до 22 июля. Каждый гражданин может оказать содействие сотрудникам полиции в установлении фактов сбыта, приобретения либо незаконного культивирования наркосодержащих растений. Любую имеющуюся у вас информацию можно сообщить по телефону горячей линии. Члены владимирской артели «Дядя Миша» выпустили новую серию уникальных открыток с эмблемой древней стоянки человека «Сунгирь». В этом году исполнилось 65 лет с момента, когда ее случайно обнаружили на окраине областного центра. Авторы проекта говорят, что эта коллекция открыток может стать последней. Почему сунгирки оказались на грани исчезновения, расскажет Ирина Курочкина. 10 открытых сунгирок прямо из типографии. Раз в год артель «Дядя Миша» выпускает новую коллекцию оригинальных владимирских сувениров. Для каждого нового набора иллюстрации создают 10 местных художников. В этот раз в их числе оказался и Сергей Сотов, дворник, прославившийся своими злободневными плакатами. Его сунгирка тоже посвящена острой социальной теме. Это тема роботизации. То есть вот люди, которые зависимы от Сотовых, люди, которые зависимы от наушников, которые ходят по переходам в капюшонах и которые превращаются в этих механических роботов. Вот этой теме он посвятил сунгирку в нашем проекте. Михаил Самойлов стал первым, кто придумал сделать сувениром не саму открытку, а ее форму. За основу был взят силуэт сунгирской лошадки, артефакта, найденного на стоянке древнего человека. На иллюстрации художники могли изобразить все, что угодно. Мне понравилась вот эта сунгирка, потому что тут золотые ворота, единственное, что вообще осталось из ворот, которые были во Владимире когда-то. И мне очень понравилось вот это, потому что она достаточно уютная. Люди сидят, занимаются своими делами. Все открытки – это не только необычные сувениры, но и объекты интереса коллекционеров. Каждая серия выпускается лишь однажды и ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. Сунгирка – открытка почтовая. Ее полюбили посткроссеры, и теперь владимирский сувенир можно найти по всему миру. Написать адрес – послание, наклеить марку и можно отправлять. Стоянка древнего человека «Сунгирь» – это место, которое могло бы стать одной из главных достопримечательностей региона, считает Михаил Самойлов. Но немногие владимирцы знают о ней, сожалеет автор проекта. Сунгирки вполне справляются с моей ролью в идее просвещения народа. Все остальное пускай делают чиновники, департаменты туризма, культуры, потому что там, конечно, надо всю стоянку приводить в порядок. Михаил Самойлов говорит, что эта четвертая серия сунгирок станет последней. Древняя стоянка человека так и не стала местным брендом и частью культурного кода владимирцев. Поэтому спрос на уникальный сувенир не так велик. Работы владимирских иллюстраторов вновь станут лишь артефактами частных коллекций. Ирина Курочкина, Дмитрий Манапов, «Губерния 33». К этому часу все новости, еще больше информации на сайте trc33.ru и на страничках в социальных сетях. Оставайтесь на нашем телеканале и не пропустите вечерний итоговый выпуск новостей в 19:00.